Париж, 1896 год. Сенсация в культурной жизни французской столицы. Толпы парижан спешат в Лувр, чтобы полюбоваться уникальной находкой российских археологов, приобретенной музеем за бешеные деньги. 200... Одним из посетителей Лувра был невзрачный господин из Одессы, на днях прибывший в Париж и поселившийся в обшарпанном номере на втором этаже. Ему и предстояло стать главным действующим лицом невероятной истории скифской тиары. Тиара – остроконечный шлем из драгоценного металла, наподобие тех, что носят римские папы. Подобные же колпаки из чистого золота, как полагают, носили и греческие цари, и скифские правители. Высота тиары – 17,5 сантиметров. Откована она из цельной золотой полосы. Европа конца 19 века. Бывший российский купец Третьей гильдии, а ныне археолог и авантюрист Генрих Шлиман устраивает в Париже выставку найденного им золота Трои. Выставка, устроенная по всем правилам современного шоу-бизнеса, имеет грандиозный успех. Среди коллекционеров начинается своего рода золотая лихорадка. Начало 19 века, это золото, оно появляется, идут раскопки, в том числе в России, там, в Причерноморье, идут раскопки, открываются курганы, это золото появляется, значит, и появляется интерес к нему. То есть появляется некая относительно новая область собирательства, которая сразу же привлекает внимание среди коллекционеров, ну, в первую очередь, потому что золото – это золото. И, как бы, понятна его ценность, да, плюс некая художественная ценность, редкость. И Европу, и Россию где-то примерно в одно время это охватывает, это вот называемая золотая лихорадка, как вы ее обозначили. И на протяжении, там, наверное, более 100 лет, это, как бы, на мой взгляд, это, как бы, является одним из таких интересных направлений в коллекционерном собирательстве. Степи Причерноморья, Крым и так называемая Новороссия, то есть юг современной Украины, оказываются настоящим кладезем исторических сокровищ. Находки из скифских курганов и древнегреческих городищ наполняют музеи и частные коллекции. Мало кого пока интересует, каким способом добыты эти сокровища и насколько они соответствуют данным исторической науки. Это, наверное, можно начинать с очень давних традиций, еще с Петра I, когда впервые было открыто алтайское золото, как мы говорим, да, вот, и раскопки курганов
так называемыми бугорщиками, грабителями, было довольно-таки распространено. Вот, и когда с территории Сибири пошло в обилие удивительное произведение искусства, которое пополнили, кстати, Кунсткамеру, а потом, в конце концов, и сам Эрмитаж, вот тогда и начался бум с киевской истории. Такой ажиотаж не мог не породить черной археологии. Наиболее известными представителями этого темного бизнеса становятся братья Гохманы. Легальной статьей доходов этих очаковских купцов была торговля колониальным товаром – чаем, перцем, благовониями. Реальной – черная археология и спекуляция древностями. Торговля древними сокровищами шла неплохо. Однако ресурсы очаковской земли были не бесконечны, а копание в земле – занятие муторное. И скоро предприимчивые братья стали подсовывать заезжим коллекционерам фальшивки вместе с реальными находками. Для этого они выбивали на старых крымских плитах новые надписи, соответствующие данным тогдашней исторической науки. Ученые-мужи получали желаемое вместо действительного. Начинали все достаточно честно, как торговцы документами, так и торговцы предметами археологии. И успешно продавали, более успешно, менее успешно продавали каждое свое. Кто-то документы, книжки, кто-то предметы, находки археологических раскопок. Но понятно, что шедевры попадаются нечасто. Нечасто попадаются шедевры, а аппетит приходит во время еды. Аппетиты Гохманов растут по мере доходов. Теперь к приезжим любителям древностей подходит местная крестьянка или еще какой-нибудь дремучий персонаж, не вызывающий подозрений, и сообщает, что только что откопал на своем огороде вот этот золотой меч или эту монету. Коллекционер выхватывает реликвию из рук простака и выкладывает за нее требуемую сумму, а подставные агенты Гохманов сдают выручку хозяевам. Тем временем в Одессе, на улице Успенской, 36, мирно трудится ювелир Израиль Рухомовский. Выходец из белорусского местечка Мозырь. Все его образование сводится к хидеру, религиозной иудаистской школе. Родители хотят сделать из Рухомовского раввина, но мальчик проявляет поразительные художественные способности. Перебравшись в Киев, самородок из Мозыря демонстрирует такой несомненный талант, что его принимают гравером в одну из лучших ювелирных мастерских. Рухомовский работает ювелиром сначала в Киеве, а затем в Одессе. Это невзрачный, тихий человек в темных очках, и ему предстояла бы незаметная жизнь типичного еврейского ремесленника. Если бы весной 1895 года в дверь его мастерской не постучался незнакомец, представившийся коммерсантом из Керчи. Коммерсант сообщает Рухомовскому, что хочет сделать подарок одному своему ученому другу из Харькова. Этот ученый обожает древности, поэтому клиент хотел бы заказать для него вещицу наподобие той, что была недавно откопана в Керчи. Незнакомец достает из портфеля иллюстрированные атласы и показывает Рухомовскому несколько рисунков, которые можно взять за образец. Клиент обещает за работу 2000 рублей, причем половину выдает авансом. Израиль Рухомовский с энтузиазмом берется за этот престижный заказ, и не только из-за денег. Ему предстояло сделать уникальную вещь, аналогов которой в мире просто не существовало. Здесь и гениальный Гохман, который создал образ такой сложный, и гениальный исполнитель. И известно, что Гохман снабжал Рухомовского книгами с иллюстрациями древних вещей. И это такая очень тонкая
компиляция с вхождением в образ автора. Через несколько месяцев в кабинете директора Венского императорского музея появляется один из братьев Гохманов. Он предлагает дирекции несколько археологических находок разной ценности из скифских курганов и раскопов древнегреческого города Ольвии. И среди них нечто невероятное – золотую тиару, корону скифского царя Цайтоферна. Гохманы, они же привезли не одну тиару. Вот вместе с тиарой они привезли несколько таких среднего рода предметов, пряжек античных, каких-то ювелирных предметов, сережек, и вместе с, действительно подлинных, и вместе с этим эту тиару. То есть некий бэкграунд был создан, с одной стороны. С другой стороны, у экспертов не было некого эталона, с чем было сравнить. До этого момента, как известно, не было найдено ни одного подобного скифского предмета, то есть некой тиары, короны не было найдено. Австрийские ученые не спешат выложить деньги заезжему антиквару. В экспертизе принимают участие крупнейшие специалисты по античному искусству. Их вывод однозначен – вещь подлинная. И состав сплава, и содержание надписи, и стиль рисунка полностью соответствуют предполагаемой эпохе. А главное, в греческой колонии на побережье Черного моря в III веке до нашей эры действительно могли происходить подобные события. Древнегреческая колония Ольвия находилась на берегу Букского лимана, неподалеку от современного Очакова. Этот процветающий город служил для Эллады окном в дикую Скифию, неведомые страны на северо-востоке Европы. Именно через Ольвию кочевники получали изысканные произведения греческих ремесленников – посуду, оружие, украшения. И снабжали античный мир скотом и рабами. К III веку до нашей эры положение Ольвии становится катастрофическим. Со всех сторон греческий город окружают враждебные кочевые племена. Горожане возводят высокие стены, отбиваются или откупаются от варваров. И, наконец, попадают в зависимость от скифского царя Цайтоферна. Надпись на плите, найденной на месте древнего города, гласит, что гражданин Ольвии по имени Протоген заплатил скифскому царю дань в 900 золотых. Однако алчный варвар не удовлетворился этой суммой. Оставшаяся часть плиты с надписью была отбита, что давало простор воображению историков. Почему бы не предположить, что вместе с золотом Цайтоферн не получил от греков и бесценную тиару. Венский музей готов пополнить свою коллекцию этим потрясающим экспонатом. Но негоциант требует за него непомерную цену – 100 тысяч рублей. Где же вам удалось раздобыть такое сокровище? Резонно интересуются ученые. Оно было обнаружено в кургане скифского царя, где Цайтоферн был захоронен вместе со своей женой. А затем я купил его, истратив все свое состояние. Удовлетворившись этим объяснением, австрийцы соглашаются выплатить Гохману требуемую сумму, но по частям. Гохман отвечает «нет». Он отправляется к своему австрийскому коллеге-антиквару и оставляет тиару у него. Дальнейшим продвижением товара будет заниматься этот господин, по слухам, связанный с парижским Ротшильдом. Гохман возвращается в Россию с чувством глубокого удовлетворения. Подлинность его находки подтвердили лучшие умы Европы. Преобладающим, конечно, направлением в экспертизе неком это была
условно, взаимосопоставительная и сравнительная экспертиза, да? А так как предметы, которые в итоге стали всплывать, они были уникальны и в своем роде шедевральны, то сравнить их было даже не с чем. И зачастую людям просто было легче принять на веру, что это действительно такой уникальный предмет, чем, скажем так, занять другую позицию. Вскоре поверенный Гофмана прибывает в Париж с рекомендательными письмами от самых влиятельных специалистов Европы. Его принимает директор Лувра и группа виднейших экспертов страны. Тиара царя Саитоферна подвергается самому дотошному исследованию и признается подлинным. Ну, сейчас, конечно, люди обладают или эксперты, или искусствоведы, или люди, занимающиеся экспертизой, и, конечно, другим арсеналом и приборов, и каких-то методов, и рентгенографии, какая-то, и металлографии. Конечно, сейчас больше. Вот раньше, думаю, что их было меньше, но общий уровень культурный, я думаю, в плане образования был очень высок. И получить звание эксперта, я думаю, при Луврском музее, при Лувре было не так просто. Случайно люди вряд ли туда попадали. Лувр готов приобрести сокровища на благо французского народа и мировой цивилизации. Но дельцы заломили поистине грабительскую цену – 200 тысяч франков. Сделки подобного масштаба совершаются исключительно на государственном уровне. Вопрос о покупке золотой тиары выносится на обсуждение парламента и всесильных французских газет. В дело вступают сознательные спонсоры. Они выделяют 200 тысяч франков для приобретения сокровища. На том, однако, условии, что со временем их расходы будут компенсированы. И находка очаковских антикваров занимает почетное место в главном центре мировой культуры. Известен такой вот парадоксальный случай, когда Микеланджело, будучи молодым начинающим скульптором, сделал скульптуру, которая была потом выдана за античную. Конечно же, подлог раскрылся со временем, но сам факт, что даже такие мастера великие в начале своего пути не брезговали некими подделками, говорит о том, что уже в эпоху Возрождения уже как бы феномен подделок он существовал. С первого же дня после заключения сделки в прессе раздаются скептические голоса по ее поводу. Но французские ученые считают свое мнение непререкаемым. И публика в восторге от того, что ей предлагают. Эта удивительная гармония спроса и предложения продолжается 7 лет. Но в 1903 году вокруг скифской тиары начинается скандал. Никому неизвестный французский художник, попавший под следствие за фабрикацию подделок, сообщает парижским журналистам, что музеи страны переполнены фальшивками. Он и сам не раз изготавливал фальшивые произведения искусства, которые можно видеть в лучших залах Парижа. К примеру, знаменитую тиару скифского царя Саитоферна. Люди благоразумные не обращают внимания на это скандальное заявление, очевидно рассчитанное на сенсацию. Но сенсация – это именно то, что необходимо парижской бульварной прессе. Заявление художника перепечатывают все французские газеты. Скандал разрастается, как снежный ком. К дискуссии присоединяются историки из Мюнхена, Петербурга и Варшавы. Они полагали, что тиара подозрительно хорошо сохранилась. А кроме того, и рисунки на ее поверхности вызывают сомнения. И единственное, ведь на чем его смогли заподозрить сначала, несовпадение каких-то очень мелких деталей, неадекватных тому времени. С чего бы, например, богине Нике возлагать венок на голову скифского царя, злейшего врага греков? И почему некоторые рисунки древних греков так напоминают более поздние произведения римских мастеров и даже Рафаэля? Голоса скептиков
тонут в восторгах многочисленных зрителей. Неужели эти умники думают, что лучшие эксперты Лувра не отличили бы оригинал от подделки? Неужели где-то лучше, чем в Лувре, разбираются в последних достижениях археологии? Нет, подделать такой шедевр в наше время просто невозможно. Уровень Рахумовского очень высокий. И потом говорить о уровне тех лет в плане мастерства, нужно подчеркнуть то, что уровень подготовки вообще мастеров в то время был высок. Потому что уровень подготовки включал как низшие ступени, так и постепенное восхождение к вершинам, как художественности, так и мастерства. Между тем, история подделок и борьбы с ними насчитывала более 300 столетий. В средние века монахи фабрикуют христианские святыни, и в результате люди поклоняются по крайней мере 6 головам Иоанна Крестителя и многочисленным частям тела других святых. В более поздние времена каждый образованный человек считает своим долгом иметь дома какое-нибудь античное произведение. И подобные древности без зазрения совести создавали даже великие мастера Ренессанса. С самого начала фабрикация подделки была лишь первой частью фальсификации. Второй и не менее сложной задачей было доказательство ее древности. Холсты искусственно старели, скульптуры ломали, покрывали царапинами и вмятинами. Ну, как можно ближе приблизить ее к, видимо, к оригиналу подлинника. В данном случае, если вещь археологическая, то, наверное, нужно ее так состарить, навести такую патину, такие следы бытования, которые могли бы выдать ее за древнюю старую вещь. Для того, чтобы древность товара не вызывала сомнений, его закапывали в землю, а затем случайно откапывали на глазах у покупателя в местах античных поселений, например, в Помпеях. Годы шли, но этот нехитрый метод срабатывал и в 19-м, и в 20-м столетии. Тоже такая занимательная история, ну, относительно занимательная, конечно, которая произошла в период в 30-40-е годы в Голландии. Голландский живописец, очень талантливый, Хан ван Мериген. На начале своего пути на первой выставке был раскритикован одним очень известным голландским искусствоведом, который был большим ценителем работ голландского живописца известного Яна Вермеера. И это очень задело ван Мейригена, и всю свою жизнь он посвятил изготовлением подделок картин Вермеера. И вот этот критик, этот его, этот искусствовед известный голландский, в итоге принял работы Мейригена как работы Вермеера. И в период оккупации некоторые картины Мейригена, выдаваемые за Вермеера, в том числе попали и в коллекцию Геринга. Он был известным коллекционером, в том числе они попали. И когда оккупация закончилась, война закончилась, Мейригену было предъявлено обвинение в сотрудничестве с оккупационными властями и с продажей им культурных ценностей, принадлежащих Нидерландам. И вот уже тогда ему пришлось доказывать, что на самом деле он являлся автором этих картин, которые принимались за Вермеера. Да? Вот ему пришлось рисовать, и действительно неким консилиумом искусствоведов было установлено, что действительно это он автор. И таким образом он избежал наказания, которое бы последовало за сотрудничество с оккупационными властями за продажу культурных ценностей. Все перечисленные случаи подделок требовали от фальсификаторов не только изобретательности. Подделка такого уровня требует исключительного мастерства исполнения и глубоких знаний в самых разных областях, от истории искусства до химии. Каковыми вряд ли обладал неизвестный французский художник, объявивший себя создателем скифской тиары. Для того, чтобы изготовить такой предмет на том уровне, на котором готовили древние мастера, необходимо иметь очень большое знание.
не только руки золотые, но еще и знания, и восприятие того, что он делает, понимаете? О скандальном заявлении французского художника, вероятно, скоро забыли бы, если бы в газете «Матен» не появилось опровержение некоего Лившица, адресованное редактору. Милостивый государь, я прочел вашу статью о теории Сейтаферна и решаю списать вам в целях восстановления истины. Я могу вас уверить, что тиара была сработана моим другом. Я жил в Одессе в 1895 году и до мая 1896 года. Я часто навещал моего друга. Общественность требует расследования, и дирекция Лувра не может далее игнорировать этот факт. Действие Следственной комиссии является тайной для всех, но не для вездесущих парижских репортеров. Им становится известно, что всю правду о происхождении тиары знает некий господин Бардес из России. Вскоре выяснилось, что под этим псевдонимом в Париже живет Израиль Рухомовский. Я не отрицаю своего участия в этом деле и могу подтвердить, что эта тиара та самая, которую делал я. Так известный одесский ювелир становится по-настоящему знаменитым. Его историю пересказывают, переиначивают и безбожно перевирают газеты Парижа, Петербурга, Москвы и родной Одессы. Один парижский оригинал даже предлагает за тиару, которую уже окрестили одесской, 250 тысяч франков. Но лишь в том случае, если будет доказано, что она фальшивая. Любопытно, что опровергать подлинность тиары Рухомовский должен был за свой счет. Но поездка в Париж стоила не менее 1200 франков, а таких денег у ювелира не было. Тогда несколько ведущих французских газет решают сброситься на поездку. Позднее Рухомовский признался, что ему льстило, что его работа выставлена в Лувре. И если бы не заявление французского самозванца, он не отправился бы в Париж никогда. У него не было цели подделки, он делал вещи в стиле. Мне кажется, что это был человек, который гордился своим мастерством, своими возможностями. Парижские эксперты встречают Рухомовского крайне нелюбезно. Его экзаменуют лучшие археологи и ювелиры Европы. Его знания античной истории кажутся экзаменаторам недостаточными. Тогда Рухомовский подробнейшим образом описывает свою работу, включая изъяны, нанесенные его собственной рукой. Это кажется неубедительным. Одессит предъявляет эскизы, формы, модели горельефов. Он называет издания, из которых позаимствовал рисунки. Делает на память рисунок, в точности воссоздающий один из фрагментов рельефа. Ну, это, в общем, достаточно как бы грамотный подход, что часто реставраторы записывают свои действия, записывают какое-то расположение деталей, зарисовывают их. Это очень часто бывает. Особенно, когда вещь многодельная, многоплановая и очень много фрагментов, это даже необходимо делать. Но и этого мало предвзятым следователям. Ювелир называет состав золотого сплава, который считался утраченным. Но и этого недостаточно. К тому же была у экспертов некий такой снобизм и некая такая внутренняя предубежденность того, что нету в Европе такого мастера, который смог бы сделать настолько тонкую работу в современном. Ну, просто, наверное, таланта Рухомовского, он как бы, который получил потом признание, на то время он оказался действительно сенсационным для экспертов. Они могли в это просто поверить. Наконец, Израиль Рухомовский доказывает свою собственную виновность при помощи следственного эксперимента.
Он выписывает из Одессы свои инструменты и на глазах изумленной публики изготавливает один из фрагментов тиары. Лишь после этого эксперты признают свое поражение перед полуграмотным одесским гравером. Для Рухомовского настает час короткой, но головокружительной славы. Одесскую тиару выдворяют из античного отдела Лувра и помещают на не менее почетное место в Музее декоративного искусства, на сей раз под именем автора. Конечно, она сделана в стиле, в технике, с тончайшими признаками вещей того времени. Поэтому ее так долго и не могли распознать как подделку. Изделие Рухомовского признано выдающимся произведением искусства. При этом журналисты отмечают, что вторым Фаберже Рухомовскому уже не стать. Случилось то, что случилось, и, конечно, по-видимому, они изначально находились в неравных условиях. Фаберже, который был обласкан, что называется, властями, ну, по заслугам, это не значит, что он, так сказать, просто оказался вот так вот случайно востребованным. И Рухомовский, ну, я не исключаю, что при определенных, скажем так, базовых каких-то показателях начальных, стартовом капитале, вот, который заключается и в поддержке властями, и в финансовых каких-то, значит, вложениях, возможно, что Рухомовский и стал бы, ну, скажем так, где-то был бы на уровне Фаберже. И... Финал этой шумной истории подводит газета «Новое время» за 1903 год. Но мораль ее так не моральна, что может привести в уныние кого угодно. В самом деле, что это такое? Пока человек честно и с любовью трудился, на него никто не обращал внимания, а сделал подделку, и земные блага посыпались на него, как из рога изобилия. Между тем, обрати люди вовремя должное внимание на этого даровитого самоучку, из него вышел бы выдающийся артист. Как сложилась дальнейшая судьба участников этой истории? По окончании следствия Рухомовский с триумфом вернулся домой, где его ждали многочисленные заказы от частных клиентов и магазинов. Однако эта история не принесла ему никакой выгоды, кроме скандальной рекламы. И в 1909 году Рухомовский с семьей уезжает в Париж. С 1909 по 1912 год ювелир работает в реставрационной мастерской Лувра. Этот период его жизни был, пожалуй, наиболее безоблачным. Рухомовский получает заказы от самого Эдмона Ротшильда, его работы демонстрируются в парижском салоне. Это такие же, если не лучшие, подделки античных произведений, как и пресловутая тиара. В свое время они также были проданы под видом древностей французскому коллекционеру. Однако теперь ими восхищаются как авторскими работами. И Рухомовский удостаивается золотой медали парижского салона. В том, что из вещей Рухомовского мне в бытность свою в Киеве мне удалось видеть его скелетики, так называемые, вот, или саркофаг с скелетами. Уровень очень высокий мастерства, очень тщательный. Мне не доводилось его смотреть под лупой или под микроскопом, но даже то визуальное осмотр, который мне удалось провести, это было, наверное, лет 10-15 назад, он показал, что уровень Рухомовского очень высокий. Сегодня имя Рухомовского можно найти в лучших каталогах по декоративному искусству. Разумеется, не в качестве фальсификатора, а в качестве выдающегося современного ювелира. Его работы считаются настолько ценными, что сами становятся объектом фальсификации. По поводу его смерти существует две версии, и обе они не слишком оптимистичны. Одни полагают, что Рухомовский скончался в Париже в 1936 году. К концу жизни 76-летний ювелир не мог работать и влачил жалкое существование. По другим сведениям, Рухомовский закончил свои дни в Одессе. Ему так и не удалось скопить средства на приобретение патента купца третьей гильдии. Умер он в бедности и похоронен где-то на Краснофлотской дороге под Одессу. Вы, наверное, знаете, что он, в общем-то, так и не нажил себе чего-то такого сверхъестественного состояния, хотя, судя по этой вещи, безусловно, это был гениальный человек, самородок своего рода, самоучка, самородок.
Вот. Ну, я думаю, что таких, как Рухумовский, наверное, если бы тогда можно было задаться целью и поискать, пособирать в пределах империи, то, наверное, можно было найти не один десяток таких людей, которые вот творили, жили и умерли в безвестности. После скандала с Тиарой Гофман-старший отходит от криминального бизнеса, а младший переезжает в Берлин, где создает новую фабрику фальшивок с одним из учеников Рухумовского. Подделки древности, сфабрикованные Гофманом и компанией, наводняют частные коллекции и музеи разных стран, но особенно много их оседает в частных коллекциях американских богачей. А через много лет у скифской тиары одесского мастера появляется двойник. В 1971 году бостонский миллионер приобретает в Гибралтаре золотую корону работы Рухумовского всего-то за 300 тысяч долларов. Специалисты уверяют коллекционера, что реальная цена такой вещи, по крайней мере, миллион. С тиарой Светоферна, что в 70-е годы 20-го уже века появилась новая тиара Светоферна, которая также была продана. Ну, конечно, уже не утверждалось, что это некая оригинальная скифская тиара, а что это один из экземпляров, изготовленных Рухумовским. То есть уже талант Рухумовского был настолько признан, что уже некие уже подделывали его работы. Так завершается история тиары из Одессы, созданной талантливым ювелиром Рухумовским по заказу криминального дельца Гофмана. Мир забывает о одесском ювелире, который стал невольным соучастником крупнейшей археологической аферы того времени. 20 век порождает таких аферистов, преступников и злодеев, перед которыми меркнут негацианты из Очакова. У нас, например, при подготовке новой экспозиции мы попали просто не в золотых вещах, попали на серию предметов, особенно терракотовых статуэток, где, например, торс этого фигурки был один, а голова была другая. То есть и очень много было таких предметов, понимаете? Например, элементы какие-то были приклеены. Даже сосуды, вот форма сосудов была собрана, нехватающие куски были собраны от других сосудов, блеску лака подходящие, и вот они вмонтированы были, очень хорошо загипсованы, отреставрированы. И когда это все пришлось чистить и клеить, переклеивать, вот тогда мы и обратили внимание, что многие вещи вот так приносили сюда на рынок в музей. И музей покупал, ну, археологическое общество покупало одесское, вот эти предметы. То есть такие вот вещи вполне вероятны. Ну, например, как у нас очень долгое время хранилась потрясающая скульптура Афродиты, у которой была голова юноши. К началу 20 века на рынке антиквариата появляются быстро богатеющие американские коллекционеры. Американские богачи пытаются догнать и перегнать коллег из Старого Света и взвинчивают цены на предметы старины и произведения искусства до невероятной степени. Ситуация с подделками становится катастрофической. Ни в Лувре, ни в Эрмитаже, ни на аукционе Сотби вы не можете быть уверены в том, что перед вами подлинное произведение искусства. Среди антикваров ходит шутка. В мире всего 3000 полотен Каро, из них 10 тысяч находятся в Америке. На самом же деле количество фальшивок Каро только в Европе превышает 30 тысяч. В США вывезено более 9 тысяч работ Рембрандта, более 113 тысяч рисунков Ватто. Количество, недоступное никакому, самому плодовитому мастеру. Вот почему-то у меня так сознание как-то отсылает меня к Святой Земле и к фальсификации неких артефактов библейской истории. Понятно, насколько ценны они для мира в целом, так и для коллекционеров, для музейных работников, для историков, и насколько редки. И поэтому все, что связано с библейской историей, находится в фокусе внимания. В 2002 году, в конце 2002 года, известный французский филолог, исследователь Андре Лемер заявил о том, что ему удалось в Израиле обнаружить уникальный предмет, ассуарий,
скажем так, сосуд для хранения, мочи, для хранения костей, на котором было написано, которым был сделан надпись «Иаков, сын Иосифа, брат Иисуса». Такого формата. И было сделано предположение им, что это действительно оссуарий брата Иисуса. И первоначальные технологические экспертизы это подтвердили. И лишь впоследствии расследования, проведенное израильскими властями, израильской полицией, удалось выявить мастерскую, которая принадлежала коллекционеру, такому дельцу по фамилии Голан, где были найдены оборудование для нанесения надписей, да, где были найдены некие заготовки и также еще несколько предметов, которые выдавали за некие библейские артефакты. То есть это был действительно подлинный ассуарий, который относился к первому веку новой нашей эры, но надпись была фальсифицирована израильским вот этим дельцом. «Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад». Эти пушкинские строки как бы служат девизом художественных экспертов со времен скифской золотой лихорадки до наших дней, и не только в Европе, но и в нашей стране. Даже сейчас, когда существуют специальные экспертные лаборатории, советы, комитеты и прочее, аукционы, где существуют свои эксперты, они абсолютно не гарантированы от того, что где-то, когда-то вот в ряд вот этих, безусловно, оригинальных вещей не вклинится какая-нибудь или даже несколько подделок. И такие случаи известны и в наше время. Вот когда, скажем, приносят вещи на экспертизу в музеи крупные постсоветского пространства. Я, например, знаю, такие случаи бывали и в ГИМе, и в Эрмитаже. Вот когда только потом, уже спустя какое-то время, удавалось установить, что это подделка. В начале 90-х мир стремительно меняется. Он заново открывает для себя российский авангард начала 20 века. Интерес к произведениям российских авангардистов столь велик, что начинается настоящая охота за их произведениями. И настоящий бум подделок. Фальшивок Казимира Малевича, Михаила Ларионова и других мастеров российского авангарда становится так много, что их картины перестают выставлять на аукционы и покупать. Эти имена сами по себе вызывают настороженность экспертов. И никакие достижения современной техники не способны покончить с криминальным бизнесом. Середина 20 века, со второй трети 20 века, конечно, разрабатываются различные технологии. Некоторые, которые касаются минералов, некоторые из которых касаются предметов биологического происхождения, как-то предметов из дерева, там, радиоуглеродный анализ предметов там, из бумаги, да, которые можно исследовать. Сегодня техника, у нас есть лаборатория, да, там техника уже дошла до того, что различные приборы, как-то микроскопы, рентгеновское исследование, исследование в различных лучах, да, в первую очередь это касается живописи, да, это позволяет нам установить те или иные моменты в подделках, которые могли там подпись или некие нанесения новых слоев в краске. Что касается монеток, допустим, сегодня мы можем уже полностью с помощью бесконтактного анализа, да, то есть это тоже явление уже в последнее время с помощью бесконтактного анализа устанавливать состав того или иного предмета, то есть какого-то украшения, либо монеты, и сравнивать с эталонными некими показателями, уже говорить о том, что это фальшивка или уже настоящий предмет. Но это все-таки, еще раз повторюсь, это все-таки явление уже второй половины 20 века и даже начало 21 века некие предметы. То есть техника развивается бурно, но зачастую даже эти технологии не могут быть адекватным ответом на вызовы изготовителей фальшивок. Более 100 лет прошло со времен аферы Гохманов. Наука художественной экспертизы шагнула далеко вперед, и столь же впечатляющих успехов добились изготовители фальшивок. Никакая химия, никакой спектральный анализ теперь не дают стопроцентной гарантии того, что перед вами оригинал, а не ловко сработанная подделка. А определить, что это не древнее золото, это практически невозможно. Ну, есть всякие
насмотренные такие моменты, которые подельщики не всегда учитывают. Но их не принято раскрывать. Тысячи зрителей ежедневно проходят через залы Лувра, Британского музея и Эрмитажа. Они восхищаются полотнами Леонардо, Ван Гога или Пикассо. Они любуются древнегреческими статуями, золотом египтян и древних скифов. Они уверены, что видят следы минувших эпох и величайшие достижения искусства. И каково было бы их разочарование, если бы они узнали, что даже в величайших музеях мира перед ними может оказаться искусство совсем иного рода. Искусство подделки.